банку или что-нибудь. Ну, банку. Вот такой вилочкой сейчас будем взбивать тесто. Вот. Вот для чего это было нужно. Я даже не знаю, у меня даже ничего нету такого узкого. Надо узенькое. А узенькое это только вот такая вот не это. Вот. Помещается? Конечно, помещается. Да нет. И потом куда взбивать это? Вот в эту, может быть, потолще. А какую-то. Это такая же? Нет, это да поуже. Нет, такое же. Вот это бы, ну, не высокое. Да ладно. Ладно, взбивай. Ну, надо как забьется так. Да. Вау! Отлично! Вот такой вот миксер. Просто когда емкость поуже и повыше. Ага. Оно лучше. Ну да. А то это. Что? Не прижимай, мама говорит сильно только. Не прижимай. Это как на мясорубке, которая ручная. А Максим тоже дрель присоединил, и потом так быстренько мясо покрутили. Да, я тоже все мечтаю сделать. А. Вот открыл. Да, оно уже хорошо вынеслось, мне кажется.